Всем привет! Как правильно поставить крепление на сноуборд? Это очень просто. Первое, что нужно знать, это расстояние между центрами ваших креплений. Рекомендуется, чтобы оно было таким, как расстояние от пола до центра вашей коленной чашечки. Затем идем к доске. Смотрим на метки изготовителя, либо на центральные 4 болта. Ориентируемся на них и выставляем нужное расстояние. Ставим крепы и выставляем их угол. Между передним и задним крепом рекомендуется угол 30 градусов. Для передней ноги рекомендуется ставить угол 27 либо 24 градуса. Ставим с помощью градусного диска. Одно отделение — это обычно у нас 3 градуса. Передняя 24, значит задняя, соответственно, минус 6. Не путайте, в какую сторону поворачиваете диск. Затем смотрим, чтобы у нас ничто не выступало, ни сзади, ни спереди. Корректируем и привинчиваем. Затем регулируем крепы. Рекомендуется, чтобы хайбеки были параллельно заднему канту. Затем надеваем ботинки, надеваем доску, делаем пару прессов туда-сюда, нагинаемся вперед-назад, и если надо, то вносим коррективы. Потом можете подправить после первой катки со склона. Спасибо, что были с нами. Это был канал Funcom Studio. Подписывайтесь на канал, а также на нашу группу ВКонтакте. И да, всех с открытием сезона. Всем спасибо, всем пока.